На Красном проспекте на тротуаре возле метро Гагаринская появилась специальная дорожка, выложенная тактильной плиткой. Она нужна для ориентации незрячих, чтобы им было проще добираться до центра медико-социальной экспертизы. На строительство потратили более 1 миллиона рублей. Нужное направление можно определить с помощью выпуклого рисунка. Прямые полосы движения прямо, штрих наискосок – это поворот, а конусообразные точки на поверхности обозначают остановку для определения дальнейшего движения. Функция далеко не лишняя, потому что путь получился весьма извилистым. Строители решили не убирать рекламные щиты на пути у незрячих. Ну, в принципе, можно было, конечно, но решение пока самое простое и не настолько затратное, поэтому решили вот таким способом произвести небольшой сдвиг проекта. Все.